Всем привет! Будем сегодня готовить острые соленые помидоры. Так можно приготовить бурелые и красные. Для приготовления я взяла 2 килограмма помидор. Я взяла бурелые, но дала им немного полежать, чтобы они начали спеть. Чеснок порезала. Количество чеснока можно брать по своему желанию. Хрен нарезаю, укроп нарезаю, чтобы было удобно раскладывать. Так как я хочу поострее, я взяла еще и корешки хрена, не только листья. Вначале делаю рассол на 1 литр. Беру столовую ложку сахара и 2 столовые ложки с горкой соли каменной пищевой. Конечно, сахар можно не использовать, но так как мы будем их не хранить в зиму, у нас нет подвала, поэтому мы будем кушать их раньше, я делаю с сахаром. 4-литровое ведерко я использую, ну можно, конечно, в любой таре это делать. И накладываю на дно зелень, чеснок, количество по желанию. Надрезаю помидорчики и укладываю слоями. Такие помидоры отлично будут стоять в погребе, подвале, ну или если у вас есть место в холодильнике, несколько месяцев. Так можно солить на зиму. Если у вас тоже нет подвала, а такие помидоры приготовить хочется, то лучше обязательно добавить хрен, лист и корень. Тогда они постоят, не будут бродить так сильно и будут очень вкусными. Так укладываю до самого верха. Затем заливаю рассолом. На ведерко 4-литровое мне понадобилось примерно 1 литр и 300 миллилитров рассола. Ну, все зависит от помидор. Сверху накрываю хорошо хреном. Это не даст образовываться плесени, так как они будут стоять при обычной температуре. И плотно закрываю. Через 10 дней можно пробовать. А если у вас есть подвал, тогда 2 месяца их точно трогать не нужно. Также можно посолить и красные помидоры, но лучше брать помидорки поплотнее. Надеюсь, и вам понравится такой рецепт. А я сегодня прощаюсь с вами. До новой встречи. Пока-пока. Увидимся.